В этом году празднование Дня Победы скромное, но очень важно, чтобы совершалась молитва о тех, кто послужил Отечеству в те трудные годы. О заупокойных службах, прошедших в Смоленске, расскажут наши коллеги. В день празднования 75-летия Великой Победы в сквере памяти героев митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор совершил заупокойную литию по воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и умершим уже в мирное время. Его высокопреосвященству сослужили секретарь епархиального управления иерей Владислав Баган, помощник управляющего Смоленской епархии иерей Лев Гарин, духовенство кафедрального собора. Богослужебные песнопения исполнили певчие архиерейского хора епархии регент Елена Фролова. После правящий архиерей возложил корзину с цветами от клириков и мирян Смоленской епархии. Затем митрополит Исидор в сослужении духовенства совершил заупокойную литию на Тихвинском кладбище у мемориала с братскими могилами воинов, погибших в Великой Отечественной войне, после чего возложил корзину с цветами у обелиска.